Data transfer complete. Всем коннект, друзья! Вы на канале Кик, с вами Игорь Сергеевич Каспер. В прошлом, а точнее видео, что такое компьютер, я говорил, что любой компьютер, пусть телефон, без программного обеспечения, это просто железка. Или груды ненужного железа, который не будет работать. Увы, но это факт. В этом ролике я хочу рассказать вам, что такое операционные системы. Погнали! Операционная система ОС – это системное программное обеспечение, которое управляет компьютерным оборудованием, нашим железом, программными ресурсами и предоставляет общие службы для компьютерных программ. Простыми словами, операционная система – это основа, без которой невозможно работать ни с одной программой на компьютере. Приложения и сервисы, например, текстовые редакторы, таблицы, интернет-браузеры, базы данных – просто не запустятся, если на компьютере нет ОС, не будет ОС. Для аппаратных функций железа, таких как ввод и вывод информации, а также выделение памяти, операционная система действует как посредник между программами и компьютерным оборудованием. Можно выделить следующие основные функции ОС. Первое. Обеспечивает взаимодействие всего оборудования компьютера от клавиатуры и мышки до Wi-Fi соединения с помощью драйверов. Второе. Обеспечивает взаимодействие между приложениями и оборудованием с помощью аппаратных драйверов. Третье. Выделяет ресурсы для выполнения всех запущенных на компьютере задач. Четвертое. Распределяет ресурсы между процессорами и ядрами, а также внутреннюю память между запущенными приложениями. Давайте с вами разберем структурные компоненты ОС операционной системы. Первое. Это ядро, сердце ОС. Именно оно контролирует запуск всех программ и компьютерных компонентов. Второе. Это командный модуль. Обеспечивает выполнение команд, поступающих от пользователя. Третье. Это набор драйверов. Система специальных программ для корректной работы ОС. Четвертое. Это сервисные утилиты. Дополнительные программы для выполнения различных задач. Пятое. Это оболочка, графический интерфейс операционной системы. Именно его мы с вами и видим. Операционная система предназначена не только для ПК и ноутбуков. Как я и говорил раньше, также для смартфонов, планшетов, смарт-часов, смарт-телевизоров, маршрутеризаторов и других электронных устройств. Там везде стоят операционные системы. Итак, ПО, Software программное обеспечение, это программа или множество программ, используемых для управления компьютером. Давайте поговорим о видах операционных систем. В общем смысле, все ОС можно классифицировать на две основные группы: Windows и Unix подобные. Также ОС делят на такие типы, как текстовые и графические, то есть командная строка — это текстовая, а допустим Windows XP и Windows 10 — это графическая. Платные и бесплатные, 32-битные, 64-битные, мобильные и десктопные. Десктопные — это то есть на ноутбук устанавливается операционная система и на компьютер. С открытым исходным кодом и закрытым. С открытыми — это Linux, а с закрытым — это наша Windows. Самые популярные на сегодняшний день операционные системы — это Windows, Linux, macOS и Android. Итак, друзья, давайте разберемся, что же такое драйвер. Драйвер — это тоже программа, если быть точнее, это компьютерное программное обеспечение, с помощью которого другое программное обеспечение, операционная система, получает доступ к аппаратному обеспечению некоторого устройства. Обычно с операционной системы поставляются драйвера для ключевых компонентов аппаратного обеспечения, без которых система не сможет работать. Однако для некоторых устройств, например, таких как видеокарта или принтер, могут потребоваться специальные драйверы, обычно предоставляемые производителем устройства. Простыми словами, драйвер — это программа, проводник, посредник, нужен, чтобы познакомить операционную систему с устройством, например, звуковая карта. Чтобы работала, чтобы был звук, нужен драйвер на нее и так далее. Там мышка, клавиатура, видеокарта, любое новое устройство, которое подключаете к компьютеру, так или иначе нужен для нее драйвер. Прикладные программы или приложения — это программа, ориентирована на решение конкретных задач, рассчитана на взаимодействие с пользователем. В большинстве ООС прикладные программы не могут обращаться к ресурсам компьютера напрямую, взаимодействуя с оборудованием и другими программами через операционную систему. Например, Photoshop — прикладная программа. Также любая игрушка, которую мы играем, это тоже прикладное мультимедиа ПО. Системное программное обеспечение — это программы, решающие задачи общевычислительного характера, выделение и разделение ресурсов, доступа к устройствам, обеспечивающие среды для разработки, запуска и выполнения других программ. Это как раз наша операционная система,
например, Windows, Linux. В принципе, и все, дамы и господа, что хотел вам рассказать про операционные системы. Получилось коротко, но думаю, ясно. И для общего развития вполне достаточно. Не забудьте поставить лайк, если тема вам интересна. Если не интересна, пройдите мимо, ничего не ставьте. Оставьте свой комментарий внизу под видео. Возможно, вы узнали чего-то нового или нет. Напишите, мне будет интересно почитать. Следующее видео, я думаю, снять на тему, как создать загрузочную флешку несколькими способами. То есть, как ее создать можно и через программное обеспечение, и без всяких программ. Через командную строку, к примеру. Для установки Windows на компьютер. А с вами был, как всегда, ваш Каспер. Увидимся в следующем видео. Честь имею.